Мендес, целую армию тут сныкал, твою мать! База в 2 километрах к югу, среди развалин храма. Кажется, они готовятся к отправке. Сколько сейчас последователей у Кордис Ди? Где-то с миллиард? Скорее, 2 миллиарда. И ни один из них не поверит, что их лидер — террорист. Они считают Менендеса мессией. Кордис Ди ждет страшное разочарование. Пора узнать, что здесь прячет Менендес. Харпер, готов? Надо сохранять скорость при размахе. Не хочется сорваться. Пока все нормально. Готов! Ладно, позер, мой черед! Еще разок. Поехали! Недооценивать Рауля Менендеса. Его последователи явно так и делают. Кстати, а что именно означает Кордис Ди? Это латынь! День сердца! Или какая-то херь вроде этого! Звучит благородно. Менендес хочет, чтобы его последователи так и думали. Поверь мне, это не так. Кросби, выдвигайся. Так, идем, сучок. Ну же! Лазар, Кросби, левую сторону держите? Порядок. Ждем твоего сигнала. Кракен! Это Харпер. Прием! Враг готовится покинуть территорию. Ждем приказов. Нам нужны точные данные об их возможностях. Вам разрешено открыть огонь. Сектор, ты это видишь? Да, как его сниму, пошли. Эм и граната уничтожат их маскировку.
курсу, дрон взлетает! Но это, сука, в воздухе ни к чему! Залазай, сними его! Есть! Сектор! Сломай оружейные системы второго дрона! Один дрон поджал. Так, пора выдвигаться. Отплатим этим сволочам их собственной монетой! Уничтожена! Этот комплекс гораздо больше под землей! Кракен — это сектор. Наземная часть комплекса нейтрализована. Начинаю исследование дополнительных структур. Срываем! Назад! Осторожно, половодье могло ослабить конструкцию. Смотри, блин! Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров. Внутри связи не будет. Сообщи Бриксу. Скажи, мы заходим. Кракен, это Харпер! Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Наземная группа отправляется к вам. Время прибытия сообщу.
Салазар, открывай. Оптические системы противника. Надо передать техникам на анализ. Тебе бы переодеться. Они тебя не заметят. Вот зараза! Уникальная! Лоб не возьмем! Рассредоточиться! Зачистить территорию! Пошли! Продолжать натиск! Ясный месяц! Нас они туда пускать не хотели! С азотом. Хитро продумано. Эта штука отлично взрывается. Ладно, все чисто. Это технологии 3D-производства, компоненты оружия, брони. Менендес готовится к войне. Вудс рассказывал, сколько денег Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть!
Прошу, не убивайте Ладно, меня! Выходи! Эта лаборатория связана с известным террористом! Начинай говорить, или хуже будет! Меня зовут Эрик Прайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись, нахер! Ложись! Хватай эти щиты! Устанавливай как прикрытие! Гады серьезно настроены! Сюда! Открыть замок могут только два человека. За мной! Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Харпер, как там наше подкрепление? Сзади! Отвыш! Кракен! Харпер запрашивает подтверждение по прибытию подкрепления! Оборонительные позиции! Кракен! Проклятие! Не отвечай! Придется пробиваться с подкреплением или без. Это не конец. Это Брикс! Отставить! Это спасательная группа! Заждались мы вас. Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам целлерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал! Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее, но он ничто, лишь жалкое подобие человека.